За бродячий скот предусмотрена ответственность. Сотрудники полиции и представители районной администрации разъяснили правила выпаса животных вдоль железнодорожных путей. Встречу проводили близ станции Караганда-Сортировочная, Кокпекты и Сурыптау. Последствия от этого могут быть плачевными. Остановить быстро поезд нереально, поэтому зачастую животные оказываются сбитыми. В ходе рейда выявили несколько фактов выпаса скотины в неположенном месте. К слову, статья 408 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за такие деяния в трехмесячных расчетных показателях. Если же бродячий скот станет причиной нанесения вреда здоровью или повреждения имущества, штраф возрастет до 10 МРП.